Лопатинская школа была открыта 12 апреля. Символичная дата подтолкнула руководство учреждения создать здесь музей космонавтики. Чуть позже появился и первый гагаринский отряд, где сегодня состоят сотни ребят. Проект поддержали представители Русского космического общества. Отряды начали образовываться и в местных детских садах. Конечно, они еще очень маленькие, но главное сделать первый шаг. Мы сегодня сказали о том, что надо творить добро. И вы знаете, мне кажется, что вот это зернышко, которое мы сегодня заронили, оно вырастет в цветущее какое-то дерево рано или поздно, потому что учить делать добро надо детей с самого раннего возраста. А почему Юрий Гагарин? Наверное, потому что вот эта улыбка Юрия Гагарина, известная на весь мир, она является, наверное, олицетворением добра и открытости нашей страны всему миру. На днях в ряды юных космонавтов вступили воспитанники детского сада «Жар-птица». К торжественному посвящению в Гагаринце ребята отнеслись ответственно. Прежде чем зачитать клятву, прошли несколько испытаний на ловкость и внимательность. В гагаринских отрядах хорошо развит институт наставничества. И старшие ребята всегда готовы прийти на помощь новоиспеченным коллегам по космическому цеху. Чтобы познакомиться и поделиться опытом, праздник посетили ученики Лопатинской школы, которые в отряде состоят не первый год. Мне понравилось, как вот детский сад прямо так дисциплинированно подошел к этому. Вот. Достойный кандидат. Достойно. Прям ответственно подошли к этому, подготовились. Мы добрые, мы помогаем всем. Вот даже в школе нашей, вот, например, кто-то не узнает тему, вот как Юрий Гагарин, он же помогал, кто не знал, вот, например, как решить задачу, он помогал, объяснял задачу. Вот так же и мы. Многие ребята настолько вдохновляются деятельностью отряда, что строят планы связать жизнь с космосом. В этом детям помогают представители Русского космического общества. У нас есть преемственность, и ребята, которые заканчивают школу, идут в вузы. У нас есть замечательная программа, которая объединяет все вузы космических специальностей. Мы даем информацию, помогаем ребятам. Мы понимаем, и ребятам рассказываем о том, что чтобы полетел в космос Юрий Гагарин, трудились не только инженеры, не только наши теоретики и практики, но и вся промышленная машина Советского Союза. Быть гагаринцем – звание почетное, но очень ответственное. Ребята занимаются волонтерством, высаживают деревья. Проект продолжает развиваться и обзаводиться новыми интересными для детей направлениями деятельности. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.